одни ключи от вертолета, да? А мне смотреть куда? В камеру или мимо? А как хочешь. Как хочешь. А я красивый? Ты очень красивый, Андрей. Хорошо. Да. Не главное в нашей работе. На самом деле, в нашей работе это главное. Быть красивым человеком, мне кажется. Правильно? Как когда-то Ширвин говорил, мужчина должен быть чуть-чуть красивее черта. Достаточно. Да. Главное, чтобы он был умным. Вот. А умные мужчины сегодня выбирают, в том числе, сетевой маркетинг. Почему? Почему? Знаешь, женский ответ. Because. Потому что. Ну, вообще, ответ, кстати, очень женский, согласна. Как ты думаешь, почему к некоторым женщинам приходят структуры мужчины, а к некоторым нет? Ну, мужчины, если говорить о сетевом маркетинге, они в первую очередь за деньгами. Они к женщинам приходят. Ну, женщины, женщины в основном они реагируют эмоционально. Пришла, потому что понравилось. Пришла, потому что он красивый. Пришла, потому что спонсор симпатичный. Ну и так далее, да. Пришла, потому что там офис красивый, выбирают симпатичный. Сердцем, да? Ну да, больше эмоционально. А мужчина, он логик, он больше, у него логика включается. И там, где, я думаю, почему мужчины не приходят к женщинам, потому что там, наверное, в этих структурах нет денег. Какой-то логики. Или денег, или чего? Ну, или денег, или... ну, действительно, вот как у нас есть одни девчонки, которые не понимают, как объяснить бизнес, как объяснить маркетинг. Они не знают, как это. Они движутся по карьере, но не понимают, как. И они не могут это объяснить. Да, вот я поэтому... Проект мой называется «Женский взгляд на MLM», и хочется на сетевой посмотреть с разных сторон. Потому что вот я глубоко убеждена, что этот бизнес подходит абсолютно для всех. Главное примерить к себе, посмотреть, как ты можешь в нем реализовываться. И кто-то может рассказывать истории, да, и там развиваться и достаточно успешно. Кому-то надо уметь видеть, считать и понимать. А скажи, пожалуйста, что ты уже имеешь сегодня благодаря сетевому маркетингу? Ну, перво-наперво, я думаю, ну, как для меня, это свобода. То, что мы вот говорили вчера буквально, что большинство людей, которые работают, как больше говорят, на этате, то есть на зарплате, когда ты ходишь на работу и работаешь там 8-10 или 12-часовой рабочий день, у тебя отпуск раз в году, в лучшем случае летом. Ну, не всех, не всем везет. А мы живем в отпуске. Вот это самое интересное. То есть это самое главное, что ты располагаешь своим временем. Ты сам для себя решаешь, куда его тратить. И где его тратить, и с кем его тратить. Ну, точно. Я тоже, кстати, пришла на свободу. И это, наверное, больше всего вот именно сейчас, этого не сейчас мы находимся время. В Польше. Даже если мы захотели, мы приехали, да? Ну, выполнили определенные условия, но нужно было еще иметь свободное время, чтобы сюда приехать. А некоторые, если которые находятся на зарплате где-то и зависят от своего рабочего графика, даже при желании они бы не смогли сюда приехать, потому что для этого нужно время. Это точно. Поэтому я желаю тебе побольше времени свободного, хотя куда больше. Желаю тебе умных мужчин и мудрых женщин в структуру, чтобы было все гармонично. Потому что я вообще уверена, что когда в бизнесе в этом и женщины, и мужчины, это, ну, это красиво и правильно. Ну, да. А когда есть такие проекты, где, например, одни женщины, ну, печально смотреть. Все-таки нам веселее, правда? Ну, нам веселее, потому что еще, ну, действительно, нам веселее и проще, потому что нам нечего скрывать, у нас честный бизнес, потому что в большинстве бизнесов нужно... Да, как-то маневры какие-то. Маневры делать и лавировать, чтобы говорить какую-то полуправду, недоправду и так далее. А на это тратится много энергии. Угу, а там ничего скрывать, ты просто говоришь правду и все. Угу. Поэтому есть куда идти. Да, хорошего отдыха. Энергия остается. Спасибо, хорошего отдыха, пока.